Неугасимый огонь памяти под таким названием в средней школе имени Героя Российской Федерации Хамзата Бадахова поселка Мара-Аягы прошло мероприятие, посвященное окончанию месячника патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы. Также в школе открыли парту Героя России Хамзата Бадахова. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Военно-патриотический месячник объединил всех, кто предан и служит Родине. И сегодняшнее мероприятие – дань памяти тем, кто отдал своей жизни за мир и свободу, отметили организаторы. Школьники средней школы поселка Мара-Аягы продемонстрировали свои литературно-музыкальные номера. В течение всего месяца наши учащиеся принимали активное участие в различных мероприятиях, занимая призовые места. В нашей школе месяцу патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы мы придаем очень большое значение. Основной целью работы в области военно-патриотического воспитания для нас является возрождение лучших гражданских традиций и формирование у учащихся высокого патриотического сознания. В преддверии Дня защитника Отечества была торжественно открыта парта героя имени Героя Российской Федерации Хамзата Бадахова. Данный патриотический проект партии «Единая Россия» направлен на формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества. Гости мероприятия подчеркнули, что сегодня каждый из них окунулся в печальные, но героические страницы истории нашей страны. Для меня всегда воин – это был примером доблести, чести и смысла существования большого государства, ибо без воинов, без защиты государства, отчизны, государство само не может существовать, особенно в наше время. Хотел выразить от имени ветеранов, афганцев, ветеранов МВД, которые служили в горячих точках, большую благодарность коллективу, детям. Яркие музыкальные номера никого не оставляли равнодушными. Школьники так чувственно и талантливо выступали, стараясь передать те трагические героические картины войны, что у многих зрителей наворачивали слезы на глазах. Каких имен нет на могильных плитах? Их всех племен оставили сыны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Для нас очень важно помнить и брать в пример таких наших героев, как Герой России Хамзат Бадахов, отмечают школьники. Мы изучаем его биографию и активно принимаем участие во многих патриотических мероприятиях. До этого я не знала о том, что он еще и ученый. Он после войны поступил в университет и стал ученым физико-математических наук. И это было для меня открытием. Месячник патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы в нашей школе прошел очень активно и интересно. Было проведено много различных мероприятий, в которых мы участвовали с большим удовольствием. В завершении мероприятия гости и школьники возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Мара-Аягы.